Всем привет, с вами Бодя, и пока я не знаю, какой интересный контент мне нужно снимать, мы будем делать реакции! У-ху! Кому нравятся мои реакции, мать моя женщина? Короче, пока я не знаю, что мне нужно снимать по контенту, потому что реакции мне уже надоели, но потому что они легкие, и я буду их делать, извиняйте. Короче, пока я не знаю, что мне нужно снимать по контенту, в плане, кроме реакций, и когда у меня будет хотя бы время снимать что-то более масштабное, я буду это делать. А пока у меня нет времени, мы будем смотреть AT The Say My Name, Official MV. Вы меня очень сильно просили, кстати, в комментариях посмотреть этот клип, и я даже не знаю, что это за группа. Ну-ка, я посмотрю сейчас. KQ Entertainment, KQ. Блин, ну давайте заценим, я думаю. И хотел бы попросить вас подписаться на моего друга Вансаба. Его никнейм канала Song Вансаб, но все его называют как я Вансаб. И этот чувак из Кореи, и это мой друг. И при этом он снимает очень крутые ролики. Моя просьба подписаться на него, потому что он делает очень крутые клипы. И он их делает довольно часто. При этом у него очень красивый голос. И тем самым он делает каверы. То есть у него вы можете на канале найти каверы, реакции на наши русские клипы и остальные русские какие-либо видосы. При этом каверы, при этом очень крутые клипы и все остальное. И сейчас, если вы мне не верите, как он поет и какие делает он клипы, то сейчас мы заценим его первый ролик. Это сегодня вечером, Song Вансаб. Здесь специально он делает для нас русские субтитры уже в видосе. У меня мурашки пошли. Так, все. Короче, я уже залип, просто извините меня. Ребят, вы поняли? Пожалуйста, подпишитесь на него, я вас прошу. То есть, вы поняли, насколько он хорошо поет. И при этом, блин, ну это охрененно, это очень хороший клип, у меня даже мурашки пошли. Это первый видосик из первого отрывка из его первого видео. Теперь погнали заценим второй отрывок. Короче, он делает... Короче, вы поняли, то есть он делает музыку из живых инструментов или чего-либо еще, сам к тому же. То есть вы понимаете, насколько интересно. И при этом он еще и делает стейк, чтобы вы понимали. Поэтому зацените его канал, мне очень нравится и мне заходит. Я на него подписан, подписывайтесь тоже. Ссылка на его инстаграм и ютуб канал будет в описании, поэтому подписывайтесь и... Пишите в комментариях то, что вы от меня. Я обязательно проверю, если что, пролайкаю. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на моего друга. И погнали смотреть новый клип. На данный момент у меня больше нет ушей. Слушайте, а знаете, мне кажется, у меня такое ощущение, есть схожесть с BTS в плане не хореографии даже, а в плане сценария. Там типа так же в плащах люди были. Ай-яй-яй-яй, вы просто посмотрите, как снимается именно по снятию камеры. Вот просто посмотрите, как здесь движется камера. А вы послушайте, как он поет еще. Вот это, кстати, очень интересный голос, когда там было say yeah. Вот так вот. Во, чувак, у тебя очень крутой голос. Say my name.
Это очень, я бы сказал, больше она очень мелодичная песня. А здесь какой сценарий, вот надо понять, я не понимаю сюжета. Я еще все дизлайки наставят за то, что я оборвал их на самом крутом моменте. Так, ладно, чтобы вас утешить. Охренеть. Нет, у вас, если что, не залагало. Я реально вот так стоял с открытым ртом 5 секунд. Вот это, кстати, очень круто. Вот это очень круто. Мне, знаете, какой парень больше всего понравился? Вот именно, ну, блин, парни тоже могут судить других парней в плане внешности, какие красивые, какие некрасивые, поэтому не надо мне тут. Вот этот. Да ёлки-иголки. Вот это просто соска. Как странно слышать от меня эти слова. А вот этот мне голос не очень заходит. Мне нравится больше вот этого, у которого низкие басы. Хотя не, у него хороший тоже, извиняюсь. А, это же он же и вначале пел. Не-не-не, нормальный голос. Кстати, вы видели даже, как они круто сделали? Типа в зеркале другой чувак. Ну, он же, но может быть просто на черной стороне, либо я не знаю здесь какие ассоциации с этим. Либо его противоположная сторона, типа плохая. А почему они все вокруг собрались у той дудки? В нее кто-то должен подудеть или что? Кто-то впервые добежать до нее или что? Я не пойму. Ай-яй-яй-яй-яй! Боже, да это реально охренительно! Да боже, да у них такой здесь сюжет, ну я просто, вы понимаете же, да, то, что я ни хрена не понимаю. Но по-любому здесь такой охренительный сюжет, всякие попперы это понимают.
А я вот не допер. Да подождите, еще раз. Я все пропустил. Да, вот это что-то с чем-то, я скажу, мать моя женщина. Короче, я говорю честно, если рассчитывать от начала до конца, то там слишком хорошо сделали хореографию, очень хорошие голоса, мне больше всего зашел голос, где на низких басах пел чувак, вот. Но это нечто, это как... жесть! Короче, давайте больше не будем об этом. Скажите, вам понравилось? Потому что вы меня просили. Хотя, если вы меня просили, вам по-любому понравилось? Чё я за бред несу? Короче, мне зашло. Это что-то с чем-то. Это прям... Поэтому, мои умники... Поэтому, ребята, давайте... Поэтому, ребят, вы меня просили поставить... Поэтому, ребят, вы меня просили, чтобы я вас добавлял в друзья ВКонтакте. Я объясняю то, что я добавляю в друзья ВК. Только если вы подписаны на мой Инстаграм, он в описании. На ВК, он тоже в описании. И если вы будете лайкать, комментировать и репостить все посты, которые выходят за последние полторы недели, и так постоянно, то в конце недели я добавляю самых активных людей в друзья. Поэтому, если что... Можете поставить лайк, подписаться на канал, это ваше дело. Сказать, как вам эмоции, вы которые испытали. И если хотите, то подписывайтесь на канал. И всем спасибо за просмотр, с вами был Боти, всем пока. Да.